Добрый день! Мы сегодня хотим сделать обзор свежего журнала InStyle. Журнал на этот раз тоненький, но кое-что здесь интересного есть. В общем, посмотрим, вдохновимся и будем создавать что-то свое. Но уже легче нам будет, потому что мы знаем вектор направления моды, да? Это легче. Обычно в голове роятся всякие мысли и идеи, а когда смотришь модный журнал, модный глянец, понимаешь, в какую сторону двигаться, что отбросить, может быть, какие-то идеи на потом, а сейчас воплощать именно то, что предлагается модным журналом. Ну, в общем, будем приступать, девочки. Так, ну вот обложка Дженнифер Лопес. Так, а мы будем читать то, что нам нужно. Значит, с мужского плеча милитари-бомберы, клетчатые пиджаки, косметика, унисекс. Ладно, ну косметика – это не наша тема, а вот, видите, клетчатые пиджаки, то есть жакеты в женском варианте, милитари-бомберы – это все на пике популярности, поскольку даже вынесено на обложку. Так, а мы сейчас будем смотреть, что же нам особенно понравилось. На этот раз не густо здесь интересующих нас страничек, но кое-что есть. Так, конечно, вот Леночка Брит обозревала журнал, который она купила в Лондоне, или нет, в Англии, да? Там, конечно, покруче журнальчик, у нас таких нет. То есть там очень насыщенно все. Так, у нас все поскромнее. Вот. Ну, прежде всего, обратите внимание, вот они наши жакеты. Вот, пожалуйста, классика, очень похож на тот, который мы шили на МК. Воротник такой и цвет точно такой. То есть такие жакеты – это в моде надолго. Так, ну, блестящая кожа с напылением бронзовым. Видите, тут не только, например, куртка, тут и брюки такие. То есть я так сделала вывод, что сейчас в моде именно когда и жакет, и брюки из одной и той же ткани. Ну, мы это поняли, судя, например, по жакету с девочками, да, на жаккард, из жаккарда, который мы обозревали. Кстати говоря, вот такую точно ткань мы сегодня видели. Сетка вот с нашитыми бусинами. Мне нравится вот этот образ, например. Так, ну здесь тоже все очень красиво. Так, что здесь нам понравилось? Вот обратите внимание, юбка, да? Вот. Такая пестрая юбка, это не обязательно должен быть такой вот замороченный, какой-то сложно сочиненный принт. Это может быть просто юбка из жаккарда с красивыми крупными цветами. Вот Кристиан Диор. Кстати говоря, вот такие вот ленты репсовые есть, на которых вот надписи. Если кому нравится, можно пояс в юбке украсить вот этой вот лентой, уже с готовой надписью. Черная водолазка, мне кажется, очень элегантно под грубые ботинки. Вот такой образ. Это Надежда Оболенцева, да? Такой образ, я так думаю, будет и востребованным, и как бы очень красиво, и носибельно. Так, ну вот эти вот шубки, которые, да, сейчас из искусственного меха популярны. Вот мне понравился вязаный трикотажный костюм. Видите, здесь баска украшена декором, вышивка такая. Ну вот полностью пальто, это, конечно, немножко опасное дело. Ну, это Светлана Такари, да? Так, ну, это как бы светская хроника, да, здесь не специально показана мода. Но мы же должны быть в курсе, что носят люди, которые имеют возможность носить все. Так, ну, вот это я сказала, что это. Ну, просто Светлана, она выпускает такие кардиганы. В общем, ну, на любителя скажу я вам. То есть это тот случай, когда костюм съедает девушку, я так называю. Так, а вот здесь вот мне, смотрите, на этой странице Софико Шеварнадзе просто на удивление. Обычно она во всем темном, а тут посмотрите. Вот именно то, что мы давно собираемся сделать, но никак не дойдут руки, то есть вот эти диоровские платья, диоровская коллекция, где из кусочков, видите?
Причем обратите внимание, что если вы думаете, что все эти кусочки каким-то образом должны гармонировать друг с дружкой, то тут ничем они не связаны, кроме того, что ну, мелкий рисунок. Вот это я заметила. И то это не обязательно. В общем, тут проблема другая. Я вот как-то думала на эту тему, ведь у нас вряд ли остаются кусочек в длину. Как правило, остаются кусочки поперечные, да? И ну вот в данном случае можно рискнуть поперечно выкроить, то есть вот такие рельефики можно рискнуть, потому что это вот под пояс, и то есть топорщиться не будет. А если и будет, то ткань тоненькая, не так это будет заметно. Но обратите внимание, что, пожалуйста, всякие разные принты, и все очень красиво, свежо, и я удивилась. Совсем другой образ у нее. Он, по-моему, ее молодит, это платье. Так. Что здесь? Ну, вот эти вот жакеты, да, двубортные, однобортные, они остаются в моде, дубленочка. Вот здесь вот на этой страничке мне что понравилось. Обратите внимание, вот такая вот юбочка, которая наверняка есть у многих из вас, и даже, может быть, из давнишней юбочки, но вот украсили вот такой вот отделкой из кожи, и уже как бы она заиграла, она в тренде. Так, еще что хочу сказать, что, смотрите, обработали только вход в карман и больше ничего. А вот здесь вот мне понравилась юбка кожаная, но сейчас и вообще всегда в моде именно такого цвета кожа. Кстати говоря, у нас тоже есть в планах сделать что-то из такого цвета кожи. Мы планируем сделать кожаную весну. Вот мы делали твидовую осень, а теперь у нас в планах сделать кожаную весну. И там будет очень много всего из кожи, потому что кожа во всех коллекциях, и вообще кожа, искусственная кожа, я всегда это любила. И мы будем всячески продвигать кожаные изделия. Опять же, на основе нашей любимой бурды. Так, ну я надеюсь, что вы уже заметили, что мы берем из бурды любую модель и ее привязываем к нынешней моде. Интерпретируем, что-то моделируем, либо под ничего не моделируем, подбираем другую ткань, чем в журнале, и это получается модная стильная вещица. А вот смотрите, опять же, тренчи, они остаются, то есть это классика, у кого еще нет этого тренча, то, пожалуйста, ну я так думаю, что все-таки я думаю, что надо тренчи делать уже не те, которые у всех есть, вот такие классические, да, Бербери, а все-таки с какой-то изюминкой, потому что это не скучно. Так, из замши жакет, и все очень красиво. Я считаю, что цвета такие спокойные, красиво. Так, что у нас дальше? Тоненький журнальчик на этот раз, конечно. Худи у меня. Худи нет, ну да худи кое-что тут еще можно показать. Вот, смотрите, что, девочки. Во-первых, возвращаются в моду любимые многими бананы. И нами тоже любимые бананы, и мы сделаем бананы, так? Да. Еще обратите внимание, что очень широкие такие мужские, вот если вы помните старые фильмы, да, 30-е, вот такие вот брюки, те, о которых говорил Маяковский, я достаю из широких штанин. Вот как раз широкие штанины вот эти в моде. Ну, конечно, высоким все идет, но я так думаю, что можно и стильным, невысоким тоже попробовать носить такие вещи. Единственное, тут надо жакет покороче. А брюки широкие очень даже. Ну и каблучок хотя бы минимальный. Вот обратите внимание, ой, сколько было в свое время таких брюк, вот эти в стиле милитари, хаки, это было модно. Но видите, сейчас тоже самые модные девушки рискуют и вот продвигают такую моду в массы. Ну, опять же, клетчатые жакеты, их уже много всяческих. Вот брючки широкие. Так, вот что это, куртка. Ну, вот эти джинсовки, они будут долго в моде, то есть все время в моде, если кому-то нравится. И всегда, то есть вот дамы, когда за 40 носят такие вещи, это всегда выглядит динамично и по-молодежному. Так, ну вот эти вот куртки, смотрите, такие длинные. Вот бомберы сейчас, если мы шили бомберы такой нормальной длины, то сейчас бомберы в моде такие вот
Кстати, Светочка шила уже и такие бомберы. Света наша, которая бомбистка-рецидивистка, ну, моя курсистка, она шьет уже и такие длинные, и бомбер-пальто она шила. В общем, кому интересно, на страничке в Инстаграме работы ученицы Ирина Варта, обратите внимание, какие там шедевральные бомберы шьет одна из моих курсисток. Так, и вот бомбер длинный, да, и пожалуйста. Так, что у нас здесь еще? Вот обратите внимание, какой комплект. Но этот комплект, в общем-то, противоречит как бы классическим канонам. То есть классические каноны какие? Объемный низ и необъемный верх. Либо наоборот. Здесь и объемный верх, обратите внимание, худи заправлено в юбку. Юбка на резинке. Ну, конечно, на очень худеньких это шикарно будет выглядеть. А если кто не очень худенький, то все-таки надо верх сделать водолазку, я так думаю, и чтобы она не солировала. Верх, чтобы не солировал, если внизу такая юбка. Юбка, обратите внимание, разновеликий подол и, кроме того, разная полоска. Ну, мне очень нравится такая юбка. Единственное, конечно, я бы ее не затмевала каким-то интересным верхом. В данном случае худи с капюшоном. Да, худи светлые. Ну, тут немножечко есть диссонанс, но в принципе мне нравится и верх, и низ. То есть худи сейчас можно носить вот таким образом, заправляя в юбку. Это будет, наверное, вообще супер стильно, я так думаю. Ну, кому позволяет, конечно, талия. Так, опять же худи. То есть... Девочки, мы уже худи давно шили на канале, обратите внимание, можно так декорировать, как сделали мы, да, а можно вот так декорировать, еще легче, кстати говоря. Так что это все будет на пике популярности. Единственное, видите, если худи считается спортивной одеждой, то сейчас такую спортивную одежду вот можно носить с таким каблуком, шпилькой. Мне это будет, наверное, красиво. Но это надо все равно очень грамотно подобрать. Видите, здесь примеры, что с чем можно носить. Интересно. Ну, опять же, с надписями со всякими. Так, опять джинс, девочки. Ну, джинс, я так думаю, что это уже классика, конечно. Вот обратите внимание, очень простой крой, ну, немножечко даже как бы слишком просто, на мой взгляд. Ну, конечно, это кто любит минимализм, вот, пожалуйста, обычное платьице из джинса. Но тут важно еще, с чем его надеть, конечно. И как при этом, какая прическа, все остальное. И надо быть даже в такой одежде, которая очень простенькая, надо себя чувствовать королевой. Тогда все сложится. Ну, творенки, вот эти сорочки. То есть все, что нам знакомо, и с меховым воротничком, кстати говоря. Так, ну вот на этой страничке гремучая смесь, то, что... Опять же, уже даже, можно сказать, навязчиво нам предлагает мода. То есть мы никак кусочки в кучку не соберем. Они такие стараются. Ну вот, кстати говоря, смотрите. Вот спортшик, да? Вот здесь вот этот вариант мне очень нравится. То есть спортивное сделать что-то. Уже может быть и не платье. Хотя вот они платья. Ну, я уже столько видела в журналах, что такое впечатление, что мы это уже сносили. То есть это уже так не новое, немножечко уже даже и приелось. Но вот спортивный костюм, вот такой вот, вполне можно сделать. И даже нужно сделать, если есть время. Девочки, можно все сделать. Единственная проблема, нет на это, к сожалению, времени. Так, вот кружевное все, макраме, все в ажуре. Ну, это уже давно в моде. А вот, значит, опять джинсовка, да, какой-то вареный, да, джинс. Ну, вот платьице такое. Вот этот вот мне нравится вариант варенки. Как только это сделать? Ну, в принципе, я представляю, как это сделать. У нас есть красивый джинс. У нас есть красивый джинс, и можно даже вот это вот сделать. Ну, просто надо этим заняться конкретно. Если нас не посетит другая гениальная мысль, то мы сделаем варенку. Так, что здесь? Ой, здесь то, что мне нравится. Опять же, кожа любимого цвета для кожи. Так, жакет. На этой страничке вот, опять же, кожа моя любимого цвета для кожи, моего любимого. Так, и вот обратите внимание, опять же, светлая джинсовка с клапанами контрастными. Вот костюм полностью
ну, может быть, это и не джинс, но по типу джинсового. И юбочка симпатичная, мне нравится. Розовая юбочка, тут пуговицы разные. Обратите внимание, какая-то одна деталька уже очень интересная. И такая кокетка интересная. Так, и вот просто белая юбочка. Обратите внимание, и золотистые пуговицы. Ничего особенного, но элегантно и стильно одновременно. Вот пальто, которых уже очень много, но я считаю, что такое пальто должно быть у каждого. Вот светлые, видите, пальто. Разные воротники, но в обоих случаях очень, мне кажется, элегантно. Здесь вот такой рукав, здесь другой рукав. А вот красное пальто. Ну, в общем, пальто сейчас нельзя сказать, что в моде только оверсайз. Я так думаю, что пальто сейчас в моде и оверсайз, и классическое пальто. Очень красивый цвет свитера. Так, что у нас еще здесь? Так, на этой страничке, ну, клетчатые жакеты. И вот обратите внимание, красивый цвет. Костюм, как у Виктории Бекхэм. Ну, кстати говоря, вот такую вот рубашку можно сделать из эко-кожи, это будет красиво. Брючки с отворотами. Ну, курточки такие, типа Аляски, да, это было всегда давно уже в моде и останется в моде. Ну, вот здесь еще есть смысл посмотреть на наряды, в которых Дженнифер Лопес. Очень красивые тона, мне это все нравится. И нравится, что декорировано. Ну, конечно, это не на каждый день может быть, но все равно такое пальто иметь, это очень греет душу и глаз радует. Так, бахрома остается в моде. И вот обратите внимание, сейчас жакеты, которые с принтом, да, в моде, типа нашего жаккардового. И вот как здесь скомплектовано, мне нравится. Кожаные брючки, видите, тоже три цвета здесь и жакет. Ну, мне нравится этот комплект для молоденьких, почему нет? И даже то, что выглядывает вот Ришелье, это мне тоже нравится. Кружевной костюм с пайетками. Ну, конечно, это такое дело очень индивидуальное на любителя, но, в принципе, мне нравится цвет, мне нравится то, что здесь... Шалька однотонная, все это мне очень нравится. Клетчатые юбочки, обратите внимание, жаккардовый жакет. Принты разные. Ну, если исключить, конечно, не делать этот берет красный. То есть вот этот комплект мне нравится. А все остальное это для картинки. Ну и вот заключительная страничка нашего обзора. Здесь шуба. Вот эта вот блузочка такая. Винтажная, я бы сказала. То есть, если у вас есть кружево, есть какие-то остатки шелка, то есть смысл сделать такую или подобную блузу, выкроек в бурде масса всяких разных. И это будет такая палочка-выручалочка, когда вот хочется выглядеть и нарядно, и как бы не очень провокационно. То есть, светлый какой-то тон. С кружевом прекрасно. И под любые брючки, там, джинсы, все что угодно. Ну и больше здесь особенно нечего смотреть. Вот такой вот получился коротенький обзор на худенький журнал InStyle. Так что вот мы вдохновились, мы знаем, в каком направлении нам двигаться, то есть кожа. Здесь не так много было кожи, но вообще в показах кожи очень много. Так что, девочки, следуйте тем, что, тому, что предлагает модный глянец. И будем шить все, что модно и красиво. Всего доброго!